Ну, я на коленках и буду держать. Слюнявая морда моя. Доброе утро. Мы едем в путешествие с яйцами. Да, он прям послушался. Мам, я это все... Где эта большая? Да нет, не видно. Пошел недовольный. Доброе утро. Вот мы везем яйца Сереге с Мариной. Утиные, перепелиные. Они же у нас заводчики тоже всякой птицы. Так что едем не просто так. Забыли в Питере тапочки финские, которые еще летом Саша им покупала. Хоть яйца везем. Придется потом с деком отправлять тапочки эти. Ой. Неудобно. Сегодня солнышко. Сколько тут этих торговых центров. Это жуть какая-то. Господи. Вот он, родина. Ну что, мы приехали. Я боюсь. Закрытый? Ты закрытый мальчик мой. Гоу-гоу. Гоу-гоу. Ну, что вы там? Да он закрытый. Страшно. Я сама его боюсь. Это не Дэн у Танюшки. А что Даня там? Не, это никак. Ричик. Аж захлебывается. Здравствуйте, товарищи! Что я кнопочки забываю нажимать? Я сладкая. Привет! Здравствуйте, драгоценная. Денис. Привет, рада тебя. Я рада. Сюрприз для меня, веришь? Она говорит, Любаня. Говорит, а какая, думаю, Любаня-то? Она говорит, какая, которую вы на море видели? Ребят, я так рада вас видеть. Любаня, вы хотите хоть по иду. Ну что вот, куда не приедешь? Поляна. Кушайте, гости дорогие, худейте. Пробуйте. Да. Вот Сашу позавчера фотографии из Мурманска присылал. Сейчас приезжаю, сегодня он стоит, а он уже тут. Сегодня еще в Мурманске был. Да, вот так вот. Он. Самый большой плов готовит. На, Денис. Что, нашел цепочку? Нашел. Ну что, есть предложение, от которого нельзя никому отказать. Пловчик сейчас тут будет. Сборище блогеров. Нашла чем удивить. Заразить. Да, я уже вам с коронавирусом. Вот какая красотища. Ну что, засыпай. Еще виски надо. Сейчас они туда еще водки нальют. Они просто не рассказывают. Я тут, да? А что, можно? Можно. Нужно! Рюмка водки на столе. Мне можно снять, что я тут подумал. Ой, нашим детям 14 января в школу. 14-го. Как они еды будут сдавать, вообще не будут сдавать. Они никогда не учатся. Ну да, давайте обязательно.
Сергей Алексеевич у нас готовит не по-узбекски. Он делает много мяса и мало риса. Но вкусно просто. Пальцы откусишь. Ну, красота. Сосульки такие. Ой, тут не видно. Сосулька из трубы такая прям. Завтра, если будет днем, если не упадут, я еще завтра поснимаю. Я у Марины. Мы тут все собрались. Приехала моя крестница Настенька. Саша с Даней уехали. Мы тут одни остались. Боже мой, как здорово. Но завтра уезжать. Так душевненько сидим. По очереди бегаем, бегаем по очереди курить на улицу. Хорошо. Я просто, вот мои хорошие, как хотите меня, судите, рядите, ругайте. Вот я тут уже несколько дней в Московской области. Тишина, красота, снег. Ну, просто прелесть. Да, в Питере ветрище, конечно, не отнять, как в Крыму. Тут, ну, просто, вот сейчас все куры, все там что-то угомонились, собака не ругается, не гавкает. Ну, посмотрите, кругом город, тут частные дома, тишина, прелесть. У меня огромная просьба, вы не обижайтесь на меня. Тут видео, наверное, не будет, может быть, пару дней. Но вы меня тоже поймите. Я же тоже хочу и отдыхать, и встретиться со своими людьми дорогими. И... Ну, а потом я снова буду ваша. Так что, мои дорогие, я вам всем желаю, чтобы вам было так же хорошо, как и мне. Просто вот мне очень хорошо сейчас. Прям вот лучшего и желать не надо. А вам, мои дорогие, что я вам хочу пожелать-то? Только всего самого хорошего. Добра, тепла, уюта и вот вообще всего хорошего на этой неделе. Новый год мы уже встретили. Ну, теперь будет рождественская неделя. Всего-всего вам хорошего, мои дорогие. Всего самого лучшего. Будьте все здоровы и счастливы. Я вас очень прошу. Ну и пока-пока, мои дорогие.